Ребята, хочу вам показать, значит, что я купил, какую систему я купил. Это вот коробка от сабвуфера. Значит, взял 6-дюймовый сабвуфер GL Audio. Вот. Также взял, значит, ну это подсоединение к магнитофону. У меня 3 штуки, здесь одной нету. Значит, маленькие колонки взял. Сейчас я вам открою, покажу их, которые наверх пойдут. Также взял провод новый для каждой колонки. Буду тянуть новый провод, потому что я буду использовать 5-канальный усилок для того, чтобы максимальную мощность выдавали сами колонки и также на сабвуфер. Мне сильно много не нужно пауэра, да, то есть не нужно мощности, чтобы стекла вышибало чуть-чуть, слегка, чтобы просто било, немножко был бас. Вот, поэтому я взял маленький, самый маленький, который продается сабвуфера. Его хватит достаточно. Также взял упаковку проводов для амплифайера. Ну и 6,5 дюймов колонки. Вся фирма Kenwood-овская. Kenwood, а этот LG Audio, Kenwood. Маленькие спикеры тоже кенвудовские. Ну, сейчас будем распаковывать и потихоньку все это дело устанавливать. Ребята, начал установку, значит, колонок. Вот это усилитель амплифайер. Установил его сюда, сверху будет колоночка. Здесь прорезал такую дырочку, отверстие, кому как нравится. Видите, установил такие резиновые граммец, чтобы провода не терлись от пластик. Здесь, значит, плюс, здесь будет минус. Ну, а здесь все колонки, потому что этот амплифайер, как я уже говорил, 5-канальный, значит, на 4 колонки и на сабвуфер. Сюда буду подсоединять, значит, плюсы и минусы. И включатель, выключатель амплифайера. Значит, вот здесь вот я провел все полностью новые провода под каждую колонку. А этот идет сюда, в эту колонку. Здесь пошел туда, наверх, в ту, вот в эту колонку. И сюда 2 пошли провода. И сюда еще будет сабвуфер найти. Сабвуфер будет на другой стороне, вот на той находиться. Также провел сюда управляющие провода для усилка. Магнитофону подвел. Сюда они вышли. Вот сейчас здесь устанавливаю вот эти провода под каждую колонку. И буду опускать эту панель. И вам уже покажу, как оно все будет красиво выглядеть. А сюда закрепил массу. Все зачистил, чтобы масса была четкая. На 3 шурупчика. Сейчас будем смотреть, как что будет получаться. Что, ребята, дошел. В общем, все установил. Давайте я вам сейчас покажу. Смотрите, как он будет стоять. Вот здесь не мешается ничего, аккуратненько. Ну, это уже под сам колонку будет провод идти. Он закроется, здесь колоночка будет. Все, смотрите, везде резиночки поставил. Все красиво. Там везде зиптайчики. Все аккуратненько. Все спрятано. Здесь все четко. Вот, а все остальные провода снизу, они даже не видны. То есть все сделал красиво, чтобы не видно было. Дело дошло до самих колонок. Сейчас мы их будем извлекать из коробочки. Посмотрим. Идет, как всегда, идут провода. Не знаю, стоит их устанавливать или напрямую сделать. Сейчас посмотрим. Два вот таких вот спейсера, как это по-русски называется. В общем, чтобы чуть-чуть, если вдруг места недостаточно, промежуточно, да, как бы промежуточно, вдруг немного места упирается где-то колонка, и можно подставить это, чтобы не упирало. Затем, если у вас некуда крепить, идут болтики и все такое, но у нас все это есть. Ну, соответственно, сами же колонки. Сейчас я одну отложу сразу. Пленочка с этим, с клеем. Вот такого типа они выглядят вот так. Магнит. Сделанный в Малайзии. 240 ватт, пиковый ватт.
РМС 80 ватт. И вот это не бумага, это своего рода какой-то карбон пластик или что-то непонятное. Стоимость колонок $90 за две колонки. Ну и такая красивая крышечка для него. Ребята, колоночки установил с обоих сторон. Все тут красиво, аккуратненько. Сейчас переходим к маленьким колоночкам. Они, мне кажется, туда будут чересчур великоваты. Да. Будут великоваты туда. Но мы все равно попробуем их туда вставить. Вот такие вот колоночки. Эти сделаны в чайне. Те были в Малайзии, эти в чайне. Ну, Kenwood. Это не подделка. 100%. Не знаю, как я сюда запихнул. Они сюда при любом желании не влезут. Даже если я этого очень захочу. Я думаю, может сюда вот их зашпарить. А не, надо менять их, не те колонки. Ребята, я съездил сегодня в магазин, оказалось, что они мне просто не те колонки дали. Там чеки пробиты, вот эти колонки. А дали мне другие, что я вчера вам показывал, они не влезли. Должны быть 4 на 6, вот он размер их, 95 сантиметра на 153, то есть миллиметра. Вот, а те были больше, намного. Поэтому я сегодня съездил, обменял их. Вот. Ну, они все одинаково запакованы, думаю, смысла нету распаковку как бы снимать. Вот такие вот колоночки. Сейчас мы их сюда вставим. Друзья, в общем, сделал я такой вот, как это называется правильно, демо-бакс, в общем, я не знаю правильно. Сделал здесь замеры разные, как мы его будем делать. Сейчас будем из дерева вырезать этот бакс для сабвуфера и устанавливать его сзади сиденья, чтобы он не мешался и был аккуратно выглядел. Итак, одну часть я уже сделал, то есть одна часть только досочек еще будет, верхняя часть, боковишка будет. То есть я сейчас начну потихонечку уже складывать этот весь конструктор и уже будем замерять, смотреть, что там еще нам надо вырезать и все такое. Что я вам хотел сказать, значит, перед тем, как я буду все это прикручивать, я буду обязательно вначале маленьким сверлом просверливать, а потом буду закручивать. Ну, начну сборку. Так, вот он получился вот такой вот коробок для сабвуфера. Потом обтяну его материалом. Здесь он будет посередине находиться сам спикер этот, ну, колонка. Сабвуфер. Все, сейчас просверлю дырку здесь. И также сбоку здесь сделаю подсоединение. И когда уже все закончу, вам покажу. Ребята, значит, что я делаю? У меня вот здесь специальный такой провод для моей рации, видите? Но он сильно длинный и очень некрасиво болтается там и все такое. В общем, я его замерил, сделал покороче. Обрезал трубку вот эту. Вот здесь вот, видите, обрезал ее. Вот, чуть-чуть коснулся обшивки, но не страшно, не насквозь. Обрезал провод здесь. И сейчас все это дело перепаяю. Соберу его. Сделаю, чтобы он чуть покороче был. Повешу его, покажу, как будет смотреться. Сейчас это очищу, все приготовлю. Эту заклею, сделаю таким клеем. Я буду клеить 3M-овским пластик или эмблемный клей. Хороший клей. Ну, сейчас все сделаю это. Ну, все, сделал. Вот, собрал. Все запаял обратно. Вот такой вот кусок провода вырезал, настолько укоротил. Ну и
соответственно, самой оболочки. Теперь он покороче стал, вот у него проводочки старые, что я пообрезал. Все, сейчас собираю, посмотрим, как будет. Что, собираемся, ребята? Сейчас Андрюха подъедет на своем красавце. Я уже слышу его. Уже земля дрожит. Вон он прет. Соседу решили загнать его. Вау. That was close. Пошел, красавец. Конкретно. Блядь, нарезаю резьбу, чтобы насквозь не просверливать, болт длинный не ставить. Прямо отсюда сразу раз болты и все. Сейчас нарежем резьбу. Скажи, сколько заняло снять крылья? 1 минута 27 секунд. И сколько людей? Один. А люди не верят, представляешь? Вот. 28 секунд. Снять крыло занимает 1 минута 28 секунд одному. Поставить, конечно, займет минут 5-10, что болты должны попасть четко в дырочки. Надо продуть. Не видно. Надо короткие. Ребята, готовимся. Сегодня нам ехать уже. Сегодня ехать уже на трак-шоу. Вот готовимся. Полируем, уже бафуем. То есть уже практически все готово. Так, мелочевки делаем. Андрюха там защищает, полирует. Да, бафует, я полирую. Занятый вообще.
Ребят, все, труба, трак-шоу никакого не будет. В общем, меняемся колесо и в рейс. Что вам прокомментировать? Колесо меняем, потому что второе колесо у меня, оно снутри разбито, если мне его не отполировать. Сейчас Андрюха поставим ту, потому что она внутренняя, она не видно будет. А у него возьмем, которое нормальное колесо. Шалируем, поставим. Собрался народ, наши русские тракисты, русскоговорящие с разных стран, запарковали из зоны нашего. Вот так вот он выглядит. Мы его помыли вчера и потом 300 с чем-то километров прошли уже после того, как помыли. Так что он уже немножко грязноватый, но мы сейчас вернемся, протрем тряпочками. Елисейка, уходи с дороги. Протрем его тряпочками. 503 нам номер дали. Вот так вот наш красавец выглядит. Закончили, сделали диски. Сейчас все полирнем, все сделаем.